Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале. И сегодня у нас будет распаковка бумажных сюрпризов. И у меня есть новиночка для вас. Это коллекция купальники. Уже лето, а я что-то задержалась с летними коллекциями, поэтому сделала коллекцию купальников. Тут вот такие вот фигурные пакетики. Вот такие вот. И вот такое вот чудо. И давайте с вами выберем, наверное, даже не знаю, какой выбрать. Давайте вот этот выберем. Далее, наша прошлая новиночка – это бутеры. Давайте с вами выберем вот этот пакетик. Коллекция «Раскраска». А в моем телеграм-канале победила цифра 3 и 6. У них одинаковые голоса, поэтому давайте на эники-бэники. Эники-бэники ели вареньки. Берем номер 6. Коллекция идеи для бумажных сюрпризов. Давайте возьмем вот этот. Вроде как-то просили. Тортики. Давайте с вами возьмем вот этот зелененький. Стикер краб. Давайте возьмем вот этот смеющийся. И коллекция макароны. Давайте возьмем вот этот. Кстати, я еще свой фон украсила блесточками такими. Итак, открываем наш каталог на коллекции стикер краб. У нас остался под номером 2. И под номером 5. Интересно, что же попадется. Я так думаю, под номером может быть 2 или 5. Давайте я определюсь 2. А вы пишите в комментариях, как вы думаете, по каким номерам. Открываем. И нам попался вот такой вот крабик, который отдыхает летом уже на бассейне. С бокалом, не знаю, чем-то холодненьким. Так, и он под номером 5. Не угадала. Вот так вот. И в следующем видео мы уже закончим с вами эту коллекцию. Под номером 2 у нас осталось. Так, далее. Наша коллекция – это идеи для бумажных сюрпризов. Так, смотрим идейку. Первая идея – это сделать коллекцию как Олаф в роли кого-то. Например, здесь он в роли Мулан. Ой, я не хотела. Так, а тут у нас попадается бургер. И эта коллекция сделать еду. Коллекция еды. Так, по-моему, под номером 10. Да, под номером 10. Это вот сюда вот. Вот так вот. Далее у нас коллекция тортики. В прошлом видео нам попался какой торт? Вот такой, по-моему, торт, да? Я очень так давно не снимала видео, все забыла. Открываем. Нам попадается вот такой шоколадный тортик. Ой, вот он, прикольненький такой. Да что ж такое? Да что ж такое, падает он у меня. Так, под номером 2. Сюда. Вот так.
Так, следующая наша коллекция. Коллекция макаруны. Наши макаруны. Ой, тут уже оторвалась бумажечка. Нам попадается вот такой, посмотрите, какой прикольный макарон в виде сердечки. И тут еще бантик. Очень. Он, наверное, самый из самых лучших макаронов, который мне нравится. Под номером 1 на первую страничку. Из всех макаронов он мне больше всех нравится. Вот так вот. Далее. А, кстати, мы забыли с вами наклеить пакетики. Точно. Точно. Сюда. Далее у нас идет раскраска. Итак, мы с вами раскрашиваем сейчас губы. Давайте смотреть, какой цвет. Напоминаю, в моем телеграм-канале я кидываю опрос, и там вы голосуете, какой номер брать в следующем видео, что мы будем разукрашивать. Так. Номер 356. У нас будут губы. Вот он, этот номер. Если видно его. Ну, давайте разукрасим. В общем, это были губы. В следующем видео мы будем с вами разукрашивать волосы. Поэтому отнеситесь серьезней. Далее у нас бутерброды. В прошлом видео, это, кстати, наша новинка была прошлая. В прошлом видео мы уже собрали с вами бутербродик один. Так, смотрим. Под номером 7. 5 попадается на эту страницу. То есть тут номер 5, тут номер вот 6. И вот тут номер у нас 7 будет. Так, и нам попадается вот такая вот начинка, яичница. Обычная, самая простая яичница. Два бутербродика у нас готовы. Ну и переходим к нашей новиночке. Это купальники. И давайте смотреть, под каким он номером. Так, нам попадается номер 3. Так, номер 3 вот сюда вот у нас идет. Итак, это у нас верх. Приклеим. Вот так у нас идет вверх. И вот такой у нас низ. Вот такой вот купальник у нас будет. А на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всех люблю, обнимаю и всем пока.